Рим во фортах Пиранези. В областном художественном музее открылась уникальная выставка. С 1919 года в фондах музея хранились неисследованные листы с записями на итальянском. Они поступили из частной коллекции князя Горчакова. Когда сотрудники занялись изучением документов, оказалось, что это подлинный афорт из мастерской Джованни Батиста Пиранези. Художник-архитектор, он создавал детальное изображение городского архитектурного пейзажа, а также делал реконструкции античных памятников, обнаруженных при раскопках. На выставке представлены 39 гравюр серии «Виды Рима». Пиранези был необычайно работоспособен, работал днем и ночью. Ночью он искал освещение. Он считал, что только лунное освещение дает ту глубину архитектурным сооружениям, которые вот он хотел изобразить. А днем он делал обмеры, участвовал в археологических раскопках. И вот таким образом он продолжал работать вплоть до самой смерти над этими видами Рима. Умер он достаточно рано, в 58 лет. Умер, прямо склонившись над одной из своих досок.